Странно, как тут еще все не рухнуло. А ну, стоять! Спокойно, спокойно. Ты же знаешь, я не с троицей. Чего нам тебе верить? Я бежала с одним из ваших. Его зовут Яков. И где он теперь? Мы шли вместе, но в шахтах разошлись. Она убила его! Нет! Нет, нет, нет! Яков никогда не доверял чужеземцам. Прошу, слушай, я вам не враг. Я говорила. Тебе следовало уйти. Софья! Довольно! Отец! Я уж думала, ты погиб. Я рад, что тебе удалось выбраться. А Софью прости, она осторожная. На ее месте я поступила бы так же. Что тебе удалось выяснить? Сюда идет вся армия Троицы. Надо готовиться. А она? Она мой друг. И находится под моей защитой. Развалины. Затерянный город Пророка должен быть рядом. Пойдем. У нас мало времени. Запаситесь оружием и займите укрепление. Ступайте, давайте! Они скоро придут. Но у нас мало людей. Дети и старики особо уязвимы. Иди, отведи их в катакомбы. Зажигайте костры, предупредите жителей долины. Невероятно. Софья, собери бойцов и приходи ко мне в верхнюю деревню. Только не исчезай снова, отец. Дело не в проворот. Хоть у нас время. Потом. Я помогу, чем смогу. Когда-то эта ваза была красивой, но кто-то проделал в ней дыры и наполнил землей. Похоже, ее использовали для выращивания рассады. Сделаю, что смогу. Вы двое. Мне нужны наблюдатели за долиной. Идите к утёсам. Яков жив.
Надо признать, он очень выносливый. Троица нагоняет. Людям Якова пригодится моя помощь. А этот атлас с фрески пока не буду никому рассказывать. Если это действительно карта развалин, надо найти ее раньше Анны. Иначе получится, что все эти люди умерли зря. А у меня и без того на совести хватает груза. Привет. Как ты нас нашла? Что привело тебя сюда? Грядет война. Надо готовиться к ней. Красные побросали все, когда бежали отсюда. Большая часть вещей — хлам, но встречаются и ценности. Тем, что есть. Если им нужны наконечники, то мне нужны еще дрова. Я уже нарубила кучу дров. И не знаю, сколько времени у тебя будет на копку. Еще одна тяжелая для моего народа зима. Умирает больше, чем рождается. И чем дальше, тем беспокойнее становится молодежь. Я вижу, как они провожают взглядами редкие самолеты. С тоской, с надеждой, с томлением. Наконечники делать быстрее, чем сроки. Так что делаем их. Привет. Ты гость Якова, но если хочешь помочь, тут недалеко чинят сторожевые башни. Пойдешь по дороге, увидишь. Ты меня, конечно, извини, но у
можно ему уверенно скажешь, что ты готов. Яков сказал, что они придут. Мы так и не оправились от красных. А теперь еще это. Я ведь пообещал их беречь. Главное, смотри в оба. Сегодня я совершил ошибку. И она может привести к целой череде других. Я был с Алей. А ведь долгое время мне удавалось этого избежать. Нагрянут в любой момент. Черт возьми, сделаю, что смогу. Мне не хватит гвоздей. Гвозди можно надергать из старых хижин, где уже никто не живет. Эй, ты! Нам нужно помочь, если ты сюда для этого пришла. Давно Яков не приводил себя. О, и она ушла? Я пришла помочь. Что я могу сделать? Мы пытаемся укрепить как можно больше вышек. Многие из них сильно.